Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить Warcraft 3 The Frozen Throne, у нас 7 глава, часть 2 кампании Нежити. Мы все ближе и ближе к финалу, эта глава вроде еще короче, чем предыдущая. Но в этот раз у нас войск полагаются, чем было в начале, но это лучше, чем вообще ничего. В общем, смотрим. Да, конечно, осторожен. Может быть, где-то поблизости. Ну, так. В общем, миссия прикольная, особенно вот здесь в начале. Вот такая вот ловушечка небольшая. Стойте. Эти башни бьют ледяными стрелами. Это... Ты откуда знаешь? Как их обезвредить? Круглый люк той дальней стене. Затворок ведука. Если мы откроем. Прикольно очень сделано, между прочим, затопление. Башни. Золото. Нужно взять его с собой. Да, и здесь золото есть, тоже 5 монеток. Вот так-то лучше. Наконец-то. Им не уйти от меня. Во славу, блядь. Фростморн! Ты узнаешь, что такое боль. Отлично, руна исцеления. Все, что необходимо. И не надейся на быстрость. Паучок, блин. Наконец-то! Вот так-то лучше. Все, прощайте, башни, Наруба. Вперед! Фростморн жаждет крови. Вот, вот такой вот мост смертельный. Узнаешь, из этого трудно без потерь его пересечь, тем более вы замедленны будете. Так, вот говори, еще прибавилось силы Анубарака. Смотрите, братья. Король-предатель. Кто я? Артас тупой такой. Воины, которые уцелели в древней войне, ненавидят меня всей душой. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Все-таки остался бурдалак. Говори, глупец. О, ну хрен с ним. Во славу плети. Плеть не знает пощады. Ну что еще? Говори, моих урон больше. Рано взял, ладно. Вот так-то лучше. И так, в принципе, нормально. Так, здесь по пути мы увидим таких вот могильщиков, которые заточены в паутине, в сетях и так далее. Освободи их, и они станут твоими солдатами. Во славу, блядь! Серьезно, чувак? Говори. Говори, глупец. Мне нет равных. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Бедняжка танк. Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Вот так-то лучше. Наконец-то. Жалко, это нигде продать нельзя. Вот так-то лучше. Наконец-то. Так, поезд богатыря я вообще не советую брать. Плети. Это западня. Да я он как-то особо нам не нужен. Здесь со всех сторон попрут эти пауки, и атаку будет нелегко отбить. Наконец-то. Хотя я уже вот не помню, нифига лучше. Я... Пару раз брал, с тех пор больше не беру. Захватчиком. Твою мать. Никто не смеет мне приказывать. И не надеяться на быструю смерть. Вот так-то лучше. Ну что еще? Чё мы привязались к этому могильщику? Ты узнаешь, что такое боль.
Фростморн! И не надейся на быструю смерть. Вот так-то лучше. Во славу плети. Приступай. Наконец-то. Полегче. Меня. А, кстати, как им золото вот перенеслось вместе с нами. Фростморн жаждет крови. Сколько мы собрали? Наконец-то. 2 из 5. По-моему, я что-то пропустил. Нет, вроде ничего не пропускал. Надеюсь, что нет. Ты узнаешь, что такое боль. Наконец-то. Ваш ход. Вы звали. Ломай пока ворота. Какие-то они посиневшие. Ну что еще? А чего интересно? Фростморн! Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет. Так, крови. Что теперь мы делаем? Видим, там куча этих паучков уходит. Надо закрыть быстро рычаги. Так, все. В этих коконах ждут своего часа зародыши новых воинов. Трудно представить себе, сколь многочисленной и беспощадной будет их армия. Ты прав. Мы должны уничтожить эти коконы. Еще мы можем заблокировать двери, чтобы они не смогли выбраться наружу. Я жду. Пускай хилятся. Вот здесь я даже не знаю. Во славу Неруба. Посмотрим. Ну что еще? Полегче. Вот так-то лучше. Блин, не знает пощады. Что сделано, то сделано. Так, кстати, если мы откроем эти коконы вновь отверстие, то они уже не будут возрождаться. Так, вот, медицинский трактат. Ты узнаешь, что такое боль. Вот 4-я монетка. Ну, ну все понятно. Значит, с 5-й я не ошибся. Говори, глупец. Ну что еще? Во славу плети. Вот так-то лучше. Во славу плети. Да, здесь голова пауков. Я выйти здесь не место. Славу плети. Наконец-то. Твою мать. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Истинно так. И не уйти от меня. Приступай. Полегче. Фростморн жаждет крови. Я заставлю тебя страдать. Ну что еще? Наконец-то. Посмотрим. Живые, мертвые, пища. Так, отлично. За короля мертвых! Я... Говори, глупец. Вот так-то лучше. Чти убили, блин. Жаждет крови. Так, и здесь где-то должна быть вот все, монетка. И не надейся, так, пауков все-таки надо как можно больше сохранить до конца. Ну что еще? Жестокие потери. Наконец-то. Я слышал зов. Говори, глупец. Мне нет так, таких надо 5. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Время уходит.
ваш ход. Очень нужное подспорье сейчас. Уже средние такие войны. Говори, глупец. Во славу плети. Так, а за этими стенами нас ожидают вот такие вот страшные создания. Не только эти щупальца. Наконец-то. Очень бесящие, с большим уроном и быстрой атакой. Это еще кто? Те, кто напугал гномов. Я думал, это просто легенда. Что? Это безликие. Что, в очку? Во славу Неруба. Вот так-то лучше. Я заставлю тебя страдать. Ты узнаешь, что такое боль. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Фростморн! Я заставлю тебя страдать. Во славу плети. Да блин, задолбал мне он его усыплять. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. За короля мертвых. Он 10-го левела вообще. Наконец-то. Жопошный убийца. Вот так-то лучше. Фростморн. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль. Я заставлю тебя страдать. Полегче. Ну что еще? Фростморн! Твоя душа принадлежит мне. Полегче. Наконец-то. Так, здесь еще полно всякого паучья. Вот так-то лучше. Я... Фростморн жаждет крови. Ваш ход. Говори, глупец. Приступаем. Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое бой. За короля мертвых. Ну что еще? Ты узнаешь, что такое бой. И не надейся на быструю смерть. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Вызвали. Полегче. Меня. Вот так-то лучше. Наконец-то. Я жду. Так, вот. Говори, такая вот глупец. Небольшая армия может даже пригодиться вот нам. Лучше. Против безликого какого-то, по-моему, 15-го левела, да, представьте себе, у него огромная атака, у него постоянно пламя, и он может легко убить Артиста, следить за их здоровьем. И при том, ну, то ли баг, то ли какая-то фича, но Артист теряет ауру смерти, когда начинает драться с ним. Ненавижу это место. Не может быть забытый. Да, это он. Сражайся, рыцарь. Сражайся, как никогда в жизни. Да, сражайся, сражайся, блядь. Никто не смеет мне приказать. За короля мертвых. Вот так-то лучше. Вот он щупальца призывает. Фростморн жаждет крови. Вызвали. Говори, глупец. Наконец-то. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Еще от кого не возьмись, берут эти. Берутся ли безликие. Ну что еще? Я служу ледяному трону. Вот, у него 8000 КП. Наконец-то! Сосредоточиться надо на огне именно на нем. Во славу плети. Говори, глупец. Я слышал зов. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Я. Ну что еще?
Фростморн жаждет. Уже давайте. Во славу Блети! Наконец-то! Ты узнаешь, что такое боль! Фростморн жаждет крови! Никто не смеет мне приказывать! Наконец-то! Во славу Блети! Фростморн жаждет крови! Говори, глупец! Во славу Блети! Во славу Нерума! Никто не смеет мне приказывать! Вот так-то лучше. Фростморн. Отлично. Фу, еле устояли. Ну что еще? Что-то мне в этот раз вот не очень повезло. Вот как видите, не очень легко его убить. А с ультой можно его замочить, я и не знал. Вот смотрите, сколько дофига безликих вышло. Вот такая вот небольшая была вторая часть, третья часть. Еще, короче, будет. Думаю, даже меньше, чем за 10 минут мы справимся. Ну ладно, с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.